Ребята, всем привет! С вами снова Орлов Павел. Я сегодня хочу вам рассказать о лучших наборах LEGO City в 2021 году, которые станут долгожданным подарком любому ребенку. Если вам интересно, тогда оставайтесь со мной и не переключайтесь. Первый набор – пассажирский поезд 60-197. Данный поезд с дистанционным управлением станет хорошим подарком ребенку от 6 лет. Ребенок сможет почувствовать себя в роли машиниста. Дети смогут самостоятельно собрать большой поезд. Игрушка содержит 677 деталей, имеет средний уровень сложности и подойдет для подготовленного пользователя. Яркие высококачественные детали понравятся детям разных возрастов. В комплекте включено 4 фигурки человечков. Второй набор – центральная пожарная станция 60-216. Данный конструктор подойдет для будущего инженера или пожарного. В комплект входит большая пожарная машина с мигалкой и сиреной, насос, фигуры, трехэтажное сооружение с крышей. Также есть кран с двигающейся стрелой. Набор станет лучшим подарком мальчику, который мечтает стать пожарным и тушить огонь. Предназначается для ребят от 6 лет. Все детали максимально безопасны и высококачественны. Машина имеет не только мигалки, но и лестницу, а также отсек для хранения. Поэтому она максимально похожа на профессиональную. Следующий набор – транспортировщик для комбайнов. Номер его 60-223. Лучшего подарка для будущего инженера или строителя не найти. LEGO City 60-223 станет хорошим выбором для ребенка от 6 лет. В комплект входит 358 деталей. Конструктор имеет средний уровень сложности. С помощью данного транспортировщика можно собирать урожай. Аппарат оснащен комбайном, в которую сажаются мини-фигурки. Также предусмотрена платформа для зерноуборочного устройства. В комплекте предусмотрены две фигурки – пугало и вилы. Этот конструктор взаимодействует с мобильным приложением. Предназначается для детишек от 5 лет. Следующий набор – полицейский вертолетный транспорт. Номер его 60-244. Современный и желанный набор для любого мальчишки – полицейский вертолетный транспорт. Входит в мой рейтинг самых лучших наборов от LEGO City. Он создан для деток, которые любят активные, динамичные и развивающие игрушки. В комплект входит вертолет, который способен летать. Логично! Игрушка способна развить логическое мышление вашего ребенка. Ведь для того, чтобы поймать вора, придется приложить немало усилий. Данный увлекательный набор включает полицейский тягач и мотоцикл. А еще в составе имеется перевозная тюрьма и квадроцикл преступников. А ребенок будет чувствовать себя настоящим блюстителем порядка, когда будет гнаться за нарушителем. Сюжетная ролевая игра способна развить и значительно повысить интеллект вашего ребенка. Следующий набор – пассажирский самолет. Номер его 60-262. Одна из самых популярных игрушек для детей от 5 лет позволит понять ребенку схематичный примерный принцип строения самолетов и ответить на вопросы. Для чего он нужен? Что такое багажное отделение? Зачем нужна диспетчерская вышка? И так далее. В составе набора предусмотрены фигурки пилота и разных пассажиров. На борт большого пассажирского самолета можно даже погрузить кабриолет. Детки смогут вместе с родителями собрать терминал, а также понять принцип работы аэродромного тягача. С помощью этого увлекательного и занимательного набора ребенок научится азам конструирования и, возможно, в будущем выберет профессию инженера-проектировщика. Следующий интересный набор называется «Центр города». Номер его 60-292. Данный набор – это невероятный подарок для девочки или мальчика от 6 лет. Имеет в комплекте 790 деталей и множество фигурок городских жителей, человека, который выгуливает собаку, гонщика на мотоцикле, маму с ребенком, дворника, повара, доставщика пиццы и полицейского. Огромное количество деталей, зданий и сооружений познакомит ребенка с активной городской жизнью, позволит играть с друзьями в ролевые игры. Небольшие игрушки позволят развить мелкую моторику рук малыша. Родители смогут объяснить своему ребенку, что в городе проживает огромное количество людей. Все они разные, у каждого свои занятия и работа. Большой набор станет верным выбором для усидчивого малыша. Набор номер 7. Исследовательская подводная лодка. Номер ее 60-264.
Этот уникальный набор станет лучшим выбором для ребенка, интересующегося водным транспортом, тем детям, кому интересно море. В состав набора входит исследовательская подлодка. Также предусмотрены дрон и пещера для еще более занимательной игры. 4 веселых фигурки исследователей позволят ребенку играть с друзьями и меняться ролями. В комплект включена мини-фигурка Джессики Шарп, которая является персонажем мультисериала «Лего Сити. Приключения». Также предусмотрена светящаяся в темноте фигура морского чертика. Конструктор подойдет для ребенка от 4 лет и имеет средний уровень сложности. Следующий набор – «Исследование космоса», номер его 60230. Данный набор включает в себя целых 15 фигурок – космонавтов, ученых, исследователей и астронавтов, с которыми освоение космоса для ребенка станет доступнее. Этот увлекательный и многофункциональный набор станет лучшим подарком для ребенка, который интересуется космосом, и, скорее всего, пробудет у малыша желание проявить себя на данном поприще в будущем. В комплект входит 209 деталей, предназначается в основном для мальчиков от 5 лет. Набор номер 9 – пикап и трейлер, номер его 60182. Данный конструктор познакомит ребенка с загородной жизнью путешественника, пробудит интерес малыша к поездкам, походам и разовьет его воображение, поскольку теперь можно брать камеру и отправляться в дальнее путешествие. Несколько фигурок фотографа и рыбака разовьют творческое мышление вашего ребенка и его друзей, поскольку перед веселым отдыхом на природе нужно собрать вещи, погрузить людей в пикап и отправиться в дальнюю поездку на берег озера или реки. В комплект входит целых 344 детали. Набор является отличным выбором в сочетании цены и качества. Последний набор – «Веселье в парке» 60134. Данный набор включает в себя 15 фигурок жителей, в числе которых рабочий, который спешит в офис, инвалид-колясочник, велосипедист в шлеме, дети на карусели и дедушка за ними следящий, и некоторые другие. Вы можете в процессе игры рассказать ребенку о правилах катания на велосипеде, почему нужно помогать инвалидам и что для них имеются специальные места, почему дедушка смотрит за детками и что может случиться, если он отвлечется, и многое другое. В конструктор входит 157 деталей, которые довольно прочны и имеют яркие оттенки для привлечения внимания ребенка. Ребята, вот и подошел мой рейтинг LEGO City 2021 к концу. Надеюсь, вам пришелся по душе. Если да, то пожалуйста, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик и нажмите кнопочку лайкосика. Ну что, всем покедова, ребята!